На встрече поднимали вопросы о развитии предпринимательства, политики, обсуждали новаторские идеи в различных отраслях. По словам губернатора края, от того, какую позицию сегодня займет молодежь, зависит дальнейшее развитие не только Кубани, но и всей страны. Принцип быть первому среди равных, он, наверное, очень сегодня востребован обществом и России, и Германии. Миру нужны новаторы, смелые люди, которые хотят, может быть, изменить мир, безусловно, но не поставить его с ног на голову. И это, наверное, самое главное, что должно отличать сегодняшнего современного молодого политика или бизнесмена – ответственность. Огромная ответственность на его плечах за будущее. Только эволюционный путь с сохранением стабильности, экономической стабильности и политической стабильности, он позволяет двигаться вперед. Это уже 9-я по счету российско-германская конференция. В этом году она проходит под патронажем главы Краснодарского края. Традиционное участие в ней принимает более 300 молодых людей из обеих стран. Хочу поблагодарить хозяина форума, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за поддержку и большую помощь в организации нашего мероприятия. Олимпиада сделала город популярным во всем мире, и нам приятно проводить здесь свою конференцию. За время работы конференции пройдет ряд дискуссий и круглых столов. На них планируется обсудить различные вопросы, в том числе затронут международные отношения, энергетическую политику, а также поднимут темы образования и электронного правительства.